В день города проходит множество мероприятий, одним из которых стало торжественное открытие бюста известному русскому исследователю и командиру Севастопольского порта Александру Павловичу Авинову на аллее путешественников. Кроме представителей правительства, на мероприятии присутствовали и горожане. Открывали памятник заместитель главы администрации Лариса Крахалева и автор бюста скульптор Олег Седов. Ваши аплодисменты! Аллея находится в Верхнем городском саду, и теперь ее украшают скульптуры трех известных рязанских путешественников. Среди них бюст русскому географу Петру Петровичу Тиньшанскому, вице-адмиралу Василию Головину, и сегодня на аллее установили бюст первому полному адмиралу в истории России Александру Авинову. Очередной бюст на аллее путешественников, который сегодня установили, посвящен нашему великому земляку, путешественнику, совершившему два кругосветных плавания, Александру Павловичу Авинову. Человек очень уникальный. Участник Трафальгарского сражения, был в сопровождении флагманского корабля адмирала Нельсона, был ранен в этом сражении, в то время, когда адмирал Нельсон был смертельно ранен. 2 года провел в плену, но после был освобожден и был первым строителем крепости Севастополя, был первым военным комендантом Севастополя. Аллея путешественников будет расти год от года. Всего подобных памятников выдающимся исследователям будет установлено более 10. Пока же их всего 3, но благодаря им в Рязани появилась еще одна достопримечательность, интересная не только туристам, но и жителям города.